что это? А вы про что именно спрашиваете? Что вам интересно, про школу Талантина узнать или про актерское агентство? Или вообще, что это? Вообще, Талантина – это мы, начнем с этого. Вы знаете, мне кажется, что Талантина – это люди, которые его делают. Что-то хотела бы сказать, блин. Недавно мне предложили снять рекламу Талантина, и она отражает суть названия. Суть рекламы, расскажу, потом снимем. Маленький мальчик лет 5 подходит к фотографии Тарантино, Квентина, его спрашивает: «Мальчик, это кто?» А он говорит: «Талантино!» Ну вот, собственно говоря, Талантино – это сочетание таланта наших детей. Да просто наши дети плохо занимаются речью, вот и все. А я не могу букву «Р» выговорить. Да, и актерского дарования Квентина Тарантино. А за название мы благодарны Паше Курагину, который делал наш первый сайт. Талантино – это медиахолдинг. В медиахолдинг входит YouTube-канал, на котором вы сейчас уже смотрите, наверное, нас. Туда входит актерское агентство и входит актерская школа для детей. Вот. Ну и свое телевидение маленькое, которое мы делаем своими руками. Пока маленькое. Это социальные сети, это сайты, два сайта. Вот. То есть это такая огромная структура. Мы лидеры на российском рынке детского кинематографа. Вот. Мы под себя уже подмяли все и вся. Мы сами проводим премии. Мы сами делаем чтецкие вечера, конкурсы, фестивали, вывозим детей на какие-то дополнительные ивенты, то есть это не только занятия в Москве. Вот. А самое главное, мы абсолютно, нам чужда скромность. А, и вот благодаря отсутствию этого качества мы уже 5-й год двигаемся дальше, двигаемся вперед. Что обозначает Талантина для нас? Это знаете что? Это вот сегодня общероссийский праздник, выходной день в стране. А Талантина сегодня... Все, не только мы с Катей, люди, которые в кадре, но и те, кто задает вопросы, те, кто снимает, те, кто сейчас работает непосредственно на занятиях в школе, для них нет праздников, для них нет выходных дней, для этих людей нет понятия «в 10 часов я начинаю рабочий режим, в 19:00 заканчиваю». Это, во-первых, большое количество людей, которые заняты одним делом, у них есть одна идея в голове, и для них не важны какие-то временные или праздничные дни, они, ну, живут этим, да, то есть Талантина часть жизни становится. Талантина есть для них праздник, собственно говоря. Да. Самое главное, наша ценность, то, что мы имеем, это наши сотрудники. Ребята, которые работают с нами постоянно, которые приходят к нам преподавать почасово, вот, это наше все. Не было бы вас, Талантина тоже бы, наверное... Не было бы нас. Да. Спасибо.